Снимаю речку Масловку с моста. Вот дождик капает, а я пошел за водой на родник. Ай, вон там черныш летает. Такой кулик. Вон куда-то он туда улетел. Я боюсь, что накапает в объектив. Он где-то вон там, он на березе вон на той сел. Но если я близко приближу, у меня руки начинают трястись. Не на штативе так. Где-то он там вот сидит. А где хрен его знает. Ну и сидит и там. Сейчас я где-то 3 кряковых уток видел. Все 3 селезня, мне кажется, летают. Нет, наверное, 1 была утка и 2 селезня. Вот мост. А вот с другой стороны. Здесь наплыв всякой растительности. Там плотины вон. Бобровые. Вон там они даже ольху зачем-то грызли. Вон. Да ольха-то сухая. Видимо, для плотины. Вот там где-то плотина. Ой, шумит. Вон там. Ага. Вон где-то тут, да. Бурлит вот тут. Водичка. А здесь текет, течет. Может быть. А может и текет. Нет. Течет, наверное. А там родник и деревня Закатова. Вон там шахра Пихтова довольно-таки хорошая. А туда, если вот 4 километра, ну, может, 3,5. Семеновское и кладбище там. Был колхоз имени Чапаева, бюст Чапаева стоит. А там сейчас, где я 13-го числа застрял на Хантере, там сидят тоже на УАЗике, на каком-то старом синем. Ребята застряли, доски приезжали в деревне, заготавливались старые, зачем-то людям понадобились. Вот пойду обратно домой, а то капает. Вода в речке Масловке почему-то сильно понизилась. Где-то в июле я был, так вода доходила, вот здесь мост, до этих бревен. А сейчас, видимо, спустили воду бобры. Кто-то вон там кричит, я за водой приехал на родник, а там кто-то кричит. Пойду. Не знаю почему. Они весной спускали, чтобы не смыло. Было примерно вот так же воды. Но сейчас уж совсем мелко. Вот мост, а там тоже мелко. И вон туда я пойду. Здесь вот люди ездят. На маленьких машинках можно и застрять, если не угадать по колее. Ну ладно. Портится погода.